Здравствуйте, я Игорь Бурко, я игрок Солигорского «Шахтера». Родился в городе Березино, где занимался в детско-юношеской спортивной школе. Вот первой моей командой была Смолевиз СТИ, в то время назывался «Вигвам». Вот, с 2010 года я подписал контракт с Брестским «Динамо» на 3,5. Вот в дальнейшем, через 3,5 года, перешел в Жодинская «Торпеда», где провел 2 сезона. В новый сезон вхожу с положительными эмоциями. Это новый вызов для меня. Хочется попробовать свои силы в более серьезной команде. Вариант с «Шахтером» возник еще в прошлом году. Мне позвонил генеральный директор. Вот. Но я решил остаться в Жодинском «Торпедо». Вот. Ну, ближе к концу сезона снова на меня вышли представители клуба в лице директора. Вот. Встретились, поговорили. Ну, достаточно быстро, конечно. Ну, скорее всего, это просто принципиальные соперники, считается. Солигорск и Жодин. Но в прошлом году борьба была острее. Все-таки бы за бронзу боролись. Но немножко не повезло в этом. Каких целей? Ну, завоевание медалей. Хотелось бы хоть что-то за мою маленькую профессиональную карьеру что-то выиграть. Личные цели как бы не преследую. Командная цель. Моя профильная позиция – правый защитник. Ну, в Смолевичах я играл в центральном еще. И в Бресте несколько раз в полузащите. До перехода в «Шахтер» я был знаком только с Колей Яншем. Вы же в сборной Бресте были? Ну да, жили в одной комнате. Большое спасибо жодинским болельщикам, которые переживали за команду и лично за меня эти 2 года. Ну, надеюсь, что оставил хорошее впечатление у них. Солигорским болельщикам хочется пожелать терпения и надеюсь, что солигорский «Шахтер» займет место гораздо выше.